Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS, и мы продолжаем прохождение третьего Fallout. В предыдущей серии у нас была дипломатическая миссия в Tempany Tower, и мы подружили гулей, которые жили в метро, с жителями Tempany Tower. Убедили их в том, что все-таки гули не несут такую уж сильную опасность, конечно же, обычные гули, не те, которые вот перед нами сидят. И за то, что мы это все сделали, нам дали маску гулей, которая нам помогает, скажем так, уживаться с вот этими злыми тварями. И они нас не трогают. То есть мы их, в принципе, можем, конечно, замочить. Я даже не знаю, давайте попробуем. А, то есть таким образом вы меня теперь будете мочить, да? То есть, если вас, скажем так, не тронуть, то вы меня мочить не будете. Если вас тронут, то вы сразу начинаете меня атаковать, сволочи, да? Интересно, я успею его завалить до того, как он меня завалит, да? На мне все еще откровенная пижама, поэтому давайте оденем нашу боевую броню. Такая вот маска гуля. Плюс 5 скрытности, восприятие плюс 1. В принципе, неплохо. Давайте заберем, что у них тут было. Я в таком случае вообще не буду мочить гулей. Пускай себе бегают. Хотя с них можно крышек немного взять, да и всяких ништяков. Что у нас получается в итоге? У нас сейчас задания, в принципе, расходятся по две стороны. У нас можно пойти по искусственному человеку. То есть это нам нужно будет двигаться вообще непонятно куда. А, у нас даже точки нету. Либо же мы сейчас можем сходить в... Где там? Собственно, по заданию новостей галактики. И найти технический музей. Наверное, этим мы сейчас и займемся. Так, где у нас тут ближайший выход? Выход у нас ближайший. Можно, в принципе, сюда пройти заодно и посмотрим, что там есть. Давайте, может, выход найдем. Ну, или еще что-нибудь, какую-то точку. Так, вот у нас еще один мирный гуль. Ну как мирный? Нифига он не мирный, конечно. Так, тут у нас офигительно радиация фонит. Ничего интересного не лежит нигде. Вы мне в комментариях так и не написали по поводу пупсов, поэтому, скорее всего, я буду делать так, как хотел. То есть я найду карту, где все пупсы находятся. Ну или те, которые я хочу найти пупсы, меня интересующие больше всего. И буду таким образом... Либо же вне записи, либо же во время записи каким-то образом находить. Как-то так. Идемте в музей. Надеюсь, в техническом музее, я не помню, по-моему, там даже какие-то интересные виды оружия можно будет найти. Так, нет, это, собственно, не сюда. И я по-прежнему не могу забирать, хоть гули отсюда и свалили в Tempany Tower. Но забирать я отсюда не могу еще ничего. Ну и ладно. Не думаю, что у них прям так дофига всякого. Может быть, я действительно там что-то пропустил, но ладно. Так, нет, мне, пожалуйста, карту местности. Так, ну и где-то сюда, по-моему, можно быстро выйти. Вот несколько дней не заходил в игру, уже забыл что-то помню, что-то не помню. Ну да, здесь вот выход. Это Эрлингтон, по-моему, станция называется, или как-то так. Или Уинстон, что-то там. Столичная пустошь. Сейчас посмотрим, как называется станция, что-то мне... О, водички попил. Так, вы чьих будете? А, собственно, это те гули, которые, как я понимаю, ушли вон туда в Tempany Tower. Я так понял, что мне... что мне сейчас... да что ж такое... Ой, кого-то бомбануло, что мне сейчас туда идти смысла нет, поэтому мы отправимся, собственно, в музей технически, да, и, наверное, мы пойдем, ага, вот куда нам нужно. Где-то здесь у нас находится Rivet City, поэтому фиг его знает, куда бы нам так лучше пройти. Монумент Вашингтона, но это мы еще не нашли ничего, да? То есть мы можем, в принципе, пойти от новостей галактики, хотя вот здесь точка еще какая-то указана. Ладно, давайте пойдем от новостей галактики, только стоять на секундочку. Проверим, все ли у нас готово.
Давайте попробуем. Нет, починить у нас не выходит. Так, вроде как все есть. Вроде бы как ничего нам пока не надо. Ладно, давайте двинем. Я там врага какого-то только что заметил. Можно еще вот эти домики обследовать. Так, подожди. Ты что, враждебный робот? Объясни мне, пожалуйста, почему ты в меня стреляешь, говно? Там... Что-то я ничего не понял. Наверное, придется его все-таки замочить, да? А почему протектрон вдруг начинает меня атаковать, кстати? Мне бы подлечиться так хорошенько. Во. И этот тоже меня атакует, ладно. Чё-то я не понял. Я не могу с тобой ничего сделать, да? Ладно, мистер храбрец. Чё-то я, блин, ничего не понимаю. Ладно, понял. Во, пригодится мне, наверное, сейчас гранатка. Так, слушай, иди ты в задницу, а? Давай! Да что ж такое? Ай! Блин, я ж тебя закидаю, зараза, гранатами, блин. Давай, взрывайся уже. Я хочу, чтобы ты умирать быстро. О, отлично. Блин, серьезный вражина. Надо бы их опасаться, наверное. Так, стимуляторы у меня еще есть 39, поэтому пока норм. Что у меня с патронами? Еще патроны вроде есть. Чё с вами не так-то было, а? Чё вы меня вдруг атаковать начали, я чё-то не пойму. Может, здесь кого-то завалили, типа вашего какого-то друга, и вы решили отомстить? И увидев меня, восприняли, наверное, меня как-то неправильно, ну ладно. По-моему, данный выход сыграл с вами довольно злую шутку. Сейчас будет клёвый взрыв. Да. Офигеть, ядерные машины, вот просто зашибись. Так, что у нас здесь? Дверь бакалея счастья. Вообще отлично. Так. Здравствуйте. Эй, привет! А там не твои роботы, короче, это были, не? Не думала? Что у тебя есть починить? Давай, чини мне что-нибудь. Так, крышек у меня пока хватает. Нет, подожди, давай посмотрим, что у тебя есть на продажу. Так, батарея, виски, лазерный пистолет, осколочная граната. Мне она не нужна, скипидар, психа. Да у тебя и нет ничего, можно тебе что-нибудь продать? Но давай, я не знаю даже, что бы тебе такого продать. И продать-то тебе нечего. А, подождите, там штурмовая винтовка, которую я... Хотя я могу попробовать... Так, до свидания. Я могу попробовать починить сейчас вот эту винтовку? Нет, не могу. Тогда забирай. Привет. Тогда забирай. Че? А, вот подожди, топливо для огнемета забирай. Вот эту винтовку забирай. И в принципе вроде бы как... Все. А, подожди, Радикс. Нет, Радикс. Радикс мое. Спасибо. До свидания. Так. Воу. Молоток. А, я так понимаю, это твоя какая-то это. Что-то твое, в общем. Ты тут живешь, я так понимаю, да? Ну, ты же не против, если я тут немножко осмотрюсь по сторонам? Может быть, найду что-нибудь? Может быть, пупс? Какой-нибудь или книжка. О, кулачный бой в иллюстрациях, отлично. Сейф. Сдается мне, здесь что-то клевое в сейфе лежит, но, судя по всему, ты не особо будешь довольна, если я начну рыться здесь в твоих вещах, да? Чего? А, металлическая банка.
Ну, вроде бы как, у тебя больше ничего нет полезного, да, для меня? Магазинчик такой себе, прикольный. Нифига не уютный, я тебе так скажу. Тебе нужно еще поработать над ним. Здравствуйте, ребятки. Вы как, норм вообще? Сири, дресте. Дресте. Как ваше ничего? Вы, короче, вовремя, я так понимаю, пришли. Давай, иди сюда. Потратил на вас дохрена патронов, чуваки. Вы мне должны дофига всякого. Частный контракт. Убейте секира ужаса. Зашибись. Просто именно вы те парни, которых я хотел увидеть именно сейчас. Так, третий, где третий? Может, это ваш робот там был, а? Так, окей, давайте продадим тогда что-нибудь этому мародеру. Привет. Здорово. Да. Ага. Так, не, подожди, для начала я починю, пожалуй, броню свою, если я могу это сделать. Стой. Не то. Мена. Так. Состояние. Так, подожди. Я вот эту, наверное, починю, да? Да. Вот так будет поинтереснее. Маска Гуля. Откровенная пижама. Хорошо. Оружие. Оружие. Китайский пистолет. Автомат. Ну, пока вроде нормально все, да? Ничего такого. Так-то ты будешь стоить дороже, мне кажется. Лазерная винтовка. Блин, они вы реально это... Дымаги у вас фигня. Поэтому все будем продавать. Так. Забирай для начала вот эту вот боевую броню. Вот эту тоже забирай. Так, клык вампира это я с собой поношу еще немного, пожалуй. Китайский автомат. О, надо будет починить, подожди. 40. Клево. Так, китайский пистолет забирай. И лазерную винтовку, и пистолет тоже забирай. И микроядерные батареи забирай. А ты мне что можешь дать? А ты мне ничего не можешь дать. Ну, тогда давай назад китайский пистолет и лазерный пистолет. Я найду им применение. Забрал еще у тебя все один? Крышки. Так, давайте починим наш китайский автомат. Вот этот. Вот этим. Во, отлично. 43 дымаги. Хорош. Чё хорош-то? Чё тебе надо от меня? А чё там было написано в заметках у них? Ну-ка. Контракт на убийство. А, ну, собственно. Мы это уже видели. Идиоты, просто идиоты. Вот я не понимаю, на кого они вообще позарились-то? На секиру ужаса, ядрёна мать. Так, ну чё, двигаем тогда через пустошь. Вы не можете идти в эту сторону, вернитесь назад. А, это уже край карты, мы уперлись, да? Да, мы уже уперлись в край карты. Окей, тогда давайте от Арлингтонской библиотеки пойдем. К сожалению, книжек у меня с собой нету, чтобы зайти к ним в гости и продать. Поэтому пойдем просто так. Я очень сильно надеюсь, что мы здесь нормально пройдем. Все местности я еще и не разведывал даже. Вон он, монумент. И... То есть нам сначала нужно пройти. Подожди, давайте посмотрим. Это у нас технический музей, а здесь у нас монумент, судя по всему, или нет. Короче, сейчас разберемся. Идем просто по маркеру, да и все. Радио Народной Республики Америка. Нет, это мне точно не интересно. Вы там как? Мирные? А, мутанты. Супермутанты, да? А чё это у вас здесь такое, а? Ну давай поможем, что ли. Халявный опыт, всегда халявный опыт. Чё, мужики, нормально все? Чё у нас здесь вообще? Тут что-то явно клевое есть. Давайте сходим.
Притом у нас тут мутант. И китайский автомат вместе с ним. Что-то у вас тут серьезное такое, да? Сейчас глянем, кто здесь у вас обитает. Турелька стоит. Вы вообще кто? И фиг ли вы здесь делаете? Турель Марк 4. Вернее, Марк 6. Вы чьих будете, э? Да. Паладин Братства Стали. Чё-то мне как-то в Братство Стали вообще идти пока неохота, поэтому, пожалуй, я пойду своей дорогой. Не знаю, будет ли правильно, если я вот через реку прямо, да? О, слушайте, а там какой-то схрончик. Дома разрушенные, ну понятно. Очень сложный. Очень сложный, кошмар. И ничего полезного, да? Ну да. Ладно, давайте тогда вплавь, чё уж там. Немножко радиации нам не повредит. А там, судя по всему, тоже уже край карты, да? Ну да. Окей. Так, врагов пока вроде нету. Так, что это у нас написано? Городок какой-то у них тут, что ли? Пират Перли, Боцен, Бейт, лодки и еще что-то там. А, лодочная станция, ё-моё. Дрессцы, есть живые? Понятно. Живых нет, и это неплохо. А ты что ли торговец, да? Я так понимаю. Так, что у нас здесь за терминал? Да, неплохо. Обычно я не люблю взламывать терминалы, но здесь получилось довольно быстро. Открыть замок. Какой? Холодильник, что ли? А какой замок-то, э? А, вот. Сейф. Крышка, ментаты. Ну, нормально, и довоенные деньги тоже заберу. Надеюсь, больше они мне пригодятся, чем кому-то другому. Боевая броня. Ну, заберем. Чё уж тут. Чё уж тут. Чё уж там. Судя по всему, больше ничего нету, да? Картонные шкафы. О, стиральный порошок. А я думал, книжка лежит какая-то. Довоенные деньги. Целая пачка довоенных денег, прикиньте. Ну и заберем. Продадим, короче, где-нибудь впарим. Какому-нибудь, кому-нибудь. Фонтан. Нормально. 5 радиаций поймано. Окей. Нам явно не туда. Не спрашивайте меня, почему. Но нам явно где-то, наверное, в эту сторону. Надеюсь, мы где-то здесь сможем нормально пройти. Телефонный аппарат уже не работает. Так, бляха-муха, неужели опять долбанный тупик, а? Я не хочу тупик. Я хочу... Вон там супермутант стоит. Но я думаю, он далеко и нас не заметит. А что у нас здесь вообще? Ща глянем. Либо враги, либо мирные граждане. А, супермутанты. Лагерь супермутантов, судя по всему. Ладно, давайте с ними разберемся. Где у нас тут проходик есть? Как вам попасть-то, ёпты? Ну, конечно. Ага. Добрый день называется. Да что ты будешь делать с вами? Отдыхай, братан. Настало время умирать. Ты тоже желаешь, да?
И чё, всё что ли? Опять забью себе. О, я слышу турельку. Что-то она прекратила меня стрелять. Оу! Воу-воу-воу, полегче. А, подожди, это супермутант, блин, с шестиствольником, ё-моё. Супермутант-бестия, блин. Да, лишь название. Да, конечно же, в него ни разу не попадешь, говно. Слушай, братан, ты... Ты успокойся. Я вообще на самом деле не очень уверен, что мне именно сюда нужно идти. Пошел в жопу, говно. Кто там? Кто ноет-то? Кто это? Кого спасти? О. Кто из нас попался, это я еще как бы не знаю. Чё сказал? Да умри уже, ну. Вот так. Говорит, у моего трупа ручки-то пообгладает, блин. Хренушки вам. Так, тот-то здесь явно есть. Во. Воу, полегче, полегче. Подожди, барышня, я сейчас. У меня тут поважнее дела появились, нежели ты. А тебе уже незачем париться в целом. Поврежденный череп. Давайте, кстати, сохранимся. Если вы помните, в одной из предыдущих я проверял, собственно, одну из таких мясных куч, и, блин, у меня вылетела игра, поэтому не хочу больше. Слушайте, а ты не рейдер или часом, а? Ты кто вообще? Поленник с пустошей. Ну давай развяжем. Что? Кто? Это что, правда? Я в безопасности? Ну, можно и так сказать. Мне надо выбраться отсюда. Вот, держи припасы. Больше у меня ничего не осталось. Но налегке я пойду быстрее. Ну, давай. А теперь марш отсюда. Спасибо тебе еще раз. Попытаюсь добраться до дома. Давай, давай. Если он все еще стоит. Ага. Миниган, заберем. Хочется все-таки кого-то из минигана немножко порастреливать, правда ведь? Так, только я хочу найти что-нибудь для того, чтобы я мог сюда приходить. А то у меня как-то ложить-то уже некуда. Чего здесь вообще находится? Блин, я пришел явно куда-то не туда, куда мне нужно было прийти. Нужно что-нибудь найти для того, чтобы, блин... Давайте уже сюда подойдем куда-то. Чтобы быстренько можно было добраться. А то там продавать... Продавать, не перепродавать, блин. А ну-ка, где там миниган? Ву. Вот это хрень. Вот это я понимаю, пушка. Слышь? Пшт. Ага. Так, ну давай, найдись уже. Я не знаю, что сюда мне сейчас очень рано идти. Но я хочу найти что-нибудь. Ну блин, ну что же вы делаете-то со мной, а? Ладно, давайте отправимся туда. Это база анклава, насколько я помню. Неужели мне туда? А, ну да, конечно. Эх, давайте починим ружье ружьем. О, так оно будет стоить дороже, и мы сможем нормально продать. Так, а миниганчик я, пожалуй, поменяю на свой китайский автомат. О, его еще можно починить. Чудно. Вот так.
Ладно, пойдем по этой стороне. Не хочу еще в анклав туда идти или что это здесь находится. Но там явно стоят работающие транспортные средства. Да, это явно база анклава. А, нет, это Rivet City. Но что-то как-то мне, да, это самое, как-то рано, по-моему, в Rivet City еще идти. Реально рано. Ну ладно, давайте сходим в Rivet City, посмотрим, может быть, мы сможем... Рад тебя видеть. Запилить дом для... Я здесь просто товар храню. Ага, хорошо, а у тебя что есть? Что-нибудь особенное. Так, я хочу купить что-нибудь. Что у тебя есть? Китайский автомат. Увлекательную смерть во множестве форм. Ой, не выбирай, рассказывай. Не делай мне мозги, пожалуйста. Так, ты вот мне вот это все давай. Вот это забирай. Довоенные деньги забирай. Вот это тоже забирай, один оставь. Хотя нет, жетоны оставлю на всякий случай. Так, импульсные гранаты забери. Пистолет китайский забери. Это забери, я его жрать не буду. Так, ты мне, кстати, тоже сейчас что-нибудь продай, пожалуйста. Патроны. Мне нужны патроны. Патроны с картечью. Вот так. Отлично. Шиш-кебаб. Явно мне это не надо. Так, отлично. Так. Ланчбоксы 2 забери. Осколочные гранаты. Ладно, гранатки себе оставлю. Охотничье ружье забирай. Патроны калибра Магнум забирай. Эти тоже забирай. Так, сколько у тебя там еще денег? Револьвер забирай. Это забирай. И это забирай. Ну и, короче, как-то так. Спасибо. Так, Rivet City. Ну давайте сходим, зайдем в Rivet City. Если нас вообще сюда пустят. Я буду стараться не начать квест. Ты кто? Пожалуйста. А, ты такой же? Это самое. Держи, вот тебе очищенная вода. Да-да-да. Давай, пока. Давай, до свидания. Добро пожаловать в Rivet City. Подожди, пока выдвинется трап. Угу. Жду. Это, короче, Rivet City. Это не анклав. Я знаю, что мне сюда сейчас реально рано идти. Но я хочу попробовать запилить дом для этого. Короче, если давайте возьмем... Сразу же возьмем задание. Вот это. Для Брайана Уилкса, короче. Rest. А ну стой. Назови свое дело в Rivet City. Буду так. Я просто гуляю. Вот как? Да. Ну ладно. Угу. Заходи и чувствуй себя как дома. Хорошо. Ты же не будешь... Нет. Так, я никак не могу найти дорогу. Угу. Так, медицинская помощь, где устроиться? Кто в городе за главного? Веннам... Угу. Так, 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 так. Почему вы все поселились на этом жрам корыте? Понятно. Ладно, спасибо за помощь и проваливай. Так, заметки. Где-то здесь должны быть заметки. Мариарти. Ну, это мы все уже смотрели. Так, блин. Что и требовалось. Так, ясно. Рынок, Rivet City, ну да. Здесь, возможно, мы что-нибудь себе прикупим сейчас. Интересненького. Так, ты у нас кто? Приятно познакомиться. Я Вера. Угу. Так, Вера, о, отлично, мы, блин, я прям вот, короче, нашел именно ту, которая мне нужна. Твой племянник Брайан потерял родных, ему негде бедный жить. Бедный малыш. Я знаю, что такое остаться одному. Угу. С удовольствием возьму его. Ну вот и спасибо. Не волнуйся. У меня есть возможность сделать так, чтобы он был сыт, здоров и, самое главное, в безопасности. Именно то, что я и хотел. Так, сейчас отправлю его к вам. О, это чудесно. Все, до свидания. Так, отлично, именно вовремя. Вроде все в порядке. Вот похимич еще. Снаряд. Это оружейный магазин снаряда и шрапнели. Понял. Так, выбор отличный, на состояние паршивое. Самое лучшее я на стол не выкладываю.
Если тебе интересно, могу показать, что в шкафчике. Да, конечно. Показывай. Хочется пострелять? Да, показывай. Так, толстяк. Ну, у тебя, конечно, выбор получше будет. Так, 5-миллиметровый патрон забирай. Батарею забирай. Заколки не дам. Кексы. Так, вот это я еще не прочитал, блин. Так, ментаты забирай, миниган забирай. Мясо кротокрыса забирай. Фу, кошмар. Так, 308 нет. Картечь не дам. Противопехотную мину забирай. Так, стейки с брамина. Надо бы вообще-то пожрать по-хорошему, да? Так, пока что вроде как все. Что у тебя есть интересного? О, то, что мне надо. Давай сюда. Боевая броня. Ну, конечно, броня у вас хреновая. Так, подожди, а гранатометный выстрел? Я же это все... А, это я все продал тому засранцу. Так, 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 лазерная винтовка. Блин, а где же нормальные пушки-то, э? О, патрон с картечью, давай сюда. Это я тебе уже денег должен. Ну ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, твою мать. Так, штурмовая винтовка, да и вроде как все, больше у тебя ничего нету. Спасибо, до свидания. С тобой приятно вести. Давай, почини мне что-нибудь, пижаму почини. Окей. 2000 крышек, в принципе, нормально. Так, что еще есть? Охранник. Ты кто? Добро... Беннон. Добро пожаловать в наряды потом. Так значит, мои крышки чего? Я совсем не то имел в виду. Я хотел сказать, что у меня... Угу. Так, ты можешь починить мое снаряжение? Понятно. А что у тебя есть на продажу? Есть что-то на продажу? Хорошо. Я пока не хочу с ними тут начинать торговлю и типа того. Так, это Сидни. Это быстрая доза. Угу. В смысле, так, лавочка. Я понял. Так, что у тебя есть на продажу? Антирадин. Меня интересуют стимуляторы. Вот все, пожалуйста. Отлично. Дай знать, если понадобится. До свидания. Вроде как все, да? Тут жратва, я так понимаю. Здесь ничего интересного. Окей. Давайте вернемся тогда к... О, господи, как его звать-то? Найти дом для Брайану Уилксу, короче, вернемся. И сообщим ему, что он... Никому-нибудь из охраны, если увидишь что-то... Обязательно. И сообщим, что мы нашли для него гребаный дом. Так, это нам нужно идти. Это нам нужно... Вот сюда, в Грейдич. Так, где ты там был? Ты говорил, что будешь ждать меня где-то в доме своем, что ли? Я смотрю, прибрался уже, да? Эй, ты, говнюк, ты где? Маленький засранец. Че, убрал уже кострище свое. Здорово, братан. Надеюсь, тебе удалось найти для меня... Именно так ты это самое. Короче, Брайан, Вера сказала, что ты с радостью примет тебя. Правда? Да, конечно. Это просто класс. Угу. Ты... Отлично. Я соберу барахло и... Отлично. Все, вали уже отсюда, давай. Так, подожди, ну-ка. Нет у тебя тут книжек? Ящик пустой. А ну мы, в принципе-то, здесь уже были. Нам здесь делать нечего. Вот куда бы я еще зашел, так это к старому знакомому доктору Леско. Ага. Здравствуйте, доктор. Твое появление совершенно неожиданно, но его нельзя назвать нежелательным. Угу. Почему... Так, подожди. Почему огромные муравьи все еще появляются в туннелях метро? Боюсь, это я виноват. Ага, понятно. Там были сотни личин. Ясно. Огненные муравьи. Угу. Так, так, что вы собираетесь теперь делать со своими опытами? Я точно не знаю. Это такой удар по моим исследованиям. Однако прежде всего я должен остаться здесь. Угу, мне пора идти. Есть что? До свидания. Так почему красным горело, вот я не понимаю. Так, хорошо, я так понимаю, задание у нас выполнено. Да, задание у нас выполнено. Теперь мы отправляемся обратно на поиски технического музея. И пойдем мы, конечно же, от Rivet City. Я надеюсь, дойдем куда надо. Ну, в принципе, неплохо. Мы наконец-то нашли дом для
Брайана. Сможем со спокойной душой уже заниматься какими-то своими делами. У нас выполнен еще один квест. Сейчас можно отправиться уже туда, куда нам нужно. Так, я так понимаю, нам сейчас нужно в метро спуститься, да? Судя по всему. Кто? Старые знакомые. Здравствуйте, ребятки. Как бы я хотел найти, где вы вообще это, обитаете. Так, тихо. Что-то я слишком сильно стал уверенным в своих этих возможностях. Да. Ладно. Умри, тварь. Говно. Так будет, блин, мать вашу, с каждым. А у меня же, по-моему, тоже боевая броня когтей, да? Убейте секира ужаса. Охренели совсем, в край просто. Так, где-то с вами еще один братан был. Это не ты? Нет. Может, это ты? Нет. А где третий-то? У вас всегда ж по трое ходит. А, вот вы где. Так, ну-ка, починимся немножко, наверное. Так, починиться, вот так, починиться, отлично. Отлично. Почему я не могу ее починить уже этой броней? Так, окей, оружие. Так, боевой дробовичок. Починим. Угу, отлично. Так, и в принципе все, больше чинить нечего. Идем. Я так понимаю, она в метро. Совсем охренели, блин. А где, может быть, что-нибудь там написано про них, а? Чуваки, если вы мне в комментариях напишите, где я смогу найти этот коготь, блин, и, короче... Схема крышка мина. Ага. Так. Ну у меня это было уже. Я бы не против разобраться с этим братством коготь. Я так и не понял, кого хрена они на меня сагрились. И что вообще происходит? В чем их проблема, так сказать? Нормально, дверь открыла. Отлично. Чё? Медикс. Отлично. Неплохая нычка. Мне понравилось. Блин, пупсиков бы мне. Хотя бы одного найти какого-то еще было бы прикольнее. Надеюсь, вы мне в комментариях тоже напишите. И обязательно пишите, кто смотрел до конца. Мне интересно, насколько много народу действительно смотрит полностью правильное видео. Здрасте. Время убивать. Время умирать, твою мать. Ты... Вообще, блин. Отлично, новый левел. Но сейчас от тебя полетят пачки. Блин, чуваки, ну вы настолько наивные. Вы реально просто, блин, вот невероятно наивные, серьезно. Я просто вас не понимаю. Так. Давайте-ка мы прокачаем, наверное, ремонтик, да? На 70 аж. Взлом. На 70. И легкое оружие на одно. Как-то так. Так, посмотрим, что же у меня появилось нового. Фонтан жизни. Это способность, дающая вам дополнительные 30 очков здоровья. Неинтересно.
Так, способность ускоренный метаболизм. Как-то не очень. Вот, снайпер серьезно увеличивает ваши шансы попасть противнику в голову в режиме ВАЦ. Вот это то, что мне, в принципе, наверное, нужно. Так, каннибал, таинственный незнакомец. Давайте снайпера возьмем. Это то, что мне нужно. С учетом того, что я использую именно броня рейдеров-садистов. Я понял, я попал, короче, именно туда, куда хотел. Шутка, конечно. Так, что у вас здесь интересного? Эй, говнюки. Что, у вас больше нет никого? Наркоманы, блин, ну понятно. Чем еще могут заниматься гребаные рейдеры? Да, кстати, хотел же пожрать. Так, помощь, квантовая ядеркола, картофельные чипсы, кексы. Вот это прочитаем, как раз под хавчик, нормально. Можно один медикс, кстати, сожрать. Ментаты не буду. Так, пакетики с кровью. Пускай будут. Вот так. Пивасиком все запьем, сожрем один радикс и свинина с бобами. Вот это я понимаю, пожрал. Вот это я понимаю, нормально по-пацански, по-мужицки нахавался. Давайте хоть на себя взглянем, как я выгляжу. Ну да. Прям как Фредди Крюгер, ядрёна мать. Так, что это такое? Кулачный бой в иллюстрациях. Отлично. Винт. Ну, наркоманы. Блин, ненавижу наркоманов в любом их, блин, проявлении. Вот серьезно. Моя б воля всех бы перебил к херам. Так, куда мне? Туда, судя по всему. Замечательно. Че, думали, не пройду, блин? О, у нас тут протектрончик есть, которого можно активировать. Который будет нам помогать. Нет, я хочу его, блин, активировать. Говно! Откройся. А что ты будешь делать? Я не понимаю. Серьезно, это самый дебильный способ вообще что-либо взламывать по мне. Так, что там было? Impurity. 5 из 8, да? Ну тогда security. Отличный пароль для... Security, безопасность. Просто зашибись. Вот именно то, что надо. Так, управление транспорта, посмотреть, загрузить карту. О, подождите, у меня, по идее, сейчас вся карта должна с метрошками открыться, да? Так, запустить программу проверки билетов. Так, ну-ка, подождите. Получается, у меня сейчас карта мира, и у меня все станции метро должны быть показаны, нет? Заметки. Ага, карта транспортными... Карта мира, подожди, а почему у меня карта мира? Все же станции должны быть показаны, нет? Значит, нет. Ладно. Окорок! Поскакали! Охранные дистанции! Недоступно! Избегай! Молодец! Службами. Ты просто отличный, братан. Преступник. Уровень угрозы. Робот-контролер. Нормально. Правильно. Щеми их тут всех. О, крышка. Что-то как-то у нас серия затянулась, да? Давайте дойдем уже до музея и там завершим. Пожалуйста, так, мне сюда. Предъявите билеты. Иди нафиг. Охраняй, занимайся своим делом. Без билетов вход воспрещен. Пожалуйста. Так, Стюарт Сквер, подожди. Неужели мне сюда? Явно же нет. Может, сюда? Безбилетный пассажир. И что? Обнаружен противник. Ты говно, что ли, блин? Я тебя открыл, блин, а ты меня решил убить. Пришлось тебя тоже замочить. Все верно, все логично. Как много всякого.
Что-то мне кажется, мы таким образом выйдем как раз-таки к метро. Вернее, не к метро, а в технический музей. Сдается мне, именно так, наверное, и будет. Тихо, крышки. Хотя можно крышки уже даже не собирать, блин, у меня их 2000, ё-моё. Единственное, что, это надо сходить, наверное, в Rivet City и продать всякую хрень. Чмяк, чмяк, чмяк. Так, судя по всему, мне все-таки нифига не сюда. О, это я заберу. Так, ну-ка карту глянем. Угу. То есть мне все-таки сюда хотите сказать, да? Окей. Стюарт Сквер, Юго-Восток. Замечательно. Так, и сколько нам тулить-то еще? Ну, в принципе, недолго. Короче, давайте, наверное, на этом... Вы опять, мать вашу? Вот люди не уймутся. Просто не уймутся. Где вы там? Сейчас проверим нашу, блин, способность снайпер. Ну-ка давай. Ага, конечно. Да-да-да. Еще бы. Еще бы. Ну вы просто шикарные чуваки. Давай, друг дружку, ну. Давай. Ай! Это, мать твою, было больно, и зря ты это сделал. Я перегружен и не могу идти. А что я такого подобрал-то? Вроде все норм. Ай! Ай! Ты говна кусок, блин. Иди сюда. Ты, твою мать, блин, гребаный ублюдок. Вот так. Отлично. Задолбали, блин. Просто охреневшие в край. Так, где-то здесь я штурмовую винтовку выбросил, Я не хочу ее бросать здесь. Уж больно она хорошая. Так, что-то я не понял, а куда она делась-то? Или вы, блин, так бомбанул своим этим, что, блин, она потерялась? Ладно. Заберем так. Ах, твою мать, я, конечно же, не могу двигаться, блин. Кто бы, блин, мог это самое подумать? Штурмовую винтовку-то я классную выкинул, похоже. Что бы мне выбросить такого? Костюмы. Шипастая броня. Вес 15. Броня рейдеров. Так, надо что-то выбросить. Реально. А, вот так, собственно. Так тоже хорошо. Броня рейдеров-садистов, блин. Просто какие-то... Я не понимаю, что с этими людьми не так. Это он, что ли, стырил мою штурмовую винтовку, не? Давайте, кстати, починим. О, вот так. Так, давайте сходим, наверное, в Rivet City. Хотя, секундочку, где это я?
А, ну нормально. Короче, давайте на этом серию завершим. Я схожу вне записи во всякие эти места. Продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться. Пишите в комментариях обязательно, кто смотрел до конца. Надеюсь, все. Ставьте лайки. Всем пока.